маленькая, какая же ты маленькая. Ты уже... Ты смотри, как прыгаешь, ты уже хорошо, как настоящая спортсменка. Ну-ка, прыгни, покажи дедушке. Ну-ка, как ты на ножке прыгаешь? Ну-ка, раз, раз. А на матике? Она... Тоже научилась, да? А тебе научила тогда? Ух ты! Да ты ж... Вот так вот, да? Как кенгуру так. А теперь давай тут прыгни еще, чтобы я посмотрел, как ты умеешь прыгать. Ну-ка, ну-ка покажи. Ух ты! Вот это да! И на попке съезжаешь. И побежали, побежали, побежали. И побежали, побежали, и на стульчик залезли. Ой, мы уже так и на стульчик залазим быстро. Раз-два, да? А как еще тебя учили прыгать, как кенгуру, да? А где ты так училась, как кенгуру прыгать? Я не знаю. Не знаешь, да? Хорошо. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Кенгуру, кенгуру, кинга-кинга, кенгуру. Ну-ка, на матике опять прыгнешь. Ну-ка, как ты прыгнешь? Ой, кенгуру, кенгуру. С ножки. Побежали, и на матике. Ух ты! Так, вот это, вот это да, и на стул бегом, бегом на стул, и залезли на стул, вот это да. Ну, когда ты все успеваешь, а? У тебя в попке моторчик, да? Покажи моторчик, моторчик маленький или большой? Большой моторчик, да? Ой, вот у тебя, а, там моторчик, да? Как у Карсона пропеллер, да? Нет? А что там? Как у Карлсона у тебя, да? Нет? Это попа. А это попа? А у Карлсона где моторчик? В спинке, да? Нет. Или в попке? В попке тоже, да? У Карлсона тоже в попке моторчик, да? Ой, Карлсон прилетал, да. А к тебе прилетал? Нет. Нет? Надо его позвать, чтобы Карлсон прилетел к Веронике. Она умеет прыгать как кенгуру. И тут на матрасике... На матрасике съезжает на попке. Ох, ты как все ты умеешь. Ты смотри-ка. Так, аккуратно. Да. Снегурочку? Да ты что? Вчера было, да, много Деда Мороза и Снегурочек. И что они делали, Вероничка? Я не знаю. Дядька, расскажи. А, они, наверное, включали, зажигали огонечки на елочке, да? Елочка... Нет, да? Они хороводы водили, наверное, да? Хоровод. Они просто шли, все бегали, все плавали, куточек. А, так просто шли и все. И больше никуда. А детям... И папа не пришел. И папа не пришел? Нет, папа пришел. А, пришел же, вы же вместе с папой приехали, да? Вы вчера вместе с папой приехали? Ой, и лошадка у тебя новая. Ух ты! Ох, ох, любимая занятия, наша любимая, а, ой, ой, любимая занятия, на. Как это? Грациозные кошки, не нужны сапожки. Ну. А, ты что-то новое знаешь, да? Ну, это ж эти жирафики. Жирафики, да? Надо, дедушка, включи, где жирафики. Сейчас включим. Мы будем петь. Где надо? Нет, только нельзя сейчас. Нельзя сейчас? Мама, хорошо, завтра дома включим, хорошо.